Решай со мной. Уравнение. Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение разделить на известное. Понимаете, да, что здесь знак умножить? Х равен вот это все разделить на 5. 125, деленное на 5, на корень из 5. Потому что мы делим на 5. Ну и поехали. 125 на 5. Сколько? 25. 25, деленное на корень из 5. Избавляемся от иррациональности в знаменателе. Для этого числитель и знаменатель умножаем на корень из 5. Равно 25 на корень из 5. А корень из 5 на корень из 5 это 5. И отсюда х равен 25 делим на 5. 5. 5 корней из 5. Вот такой ответ, друзья мои. Решай.